Добрый день, с вами Олег Акаянти и канал Реальность Настя. Заканчивается февраль и скоро начинается пора открытой воды, а это значит мы скоро с вами отправимся на водоем за форелью. Хочу вам представить полужесткие ящики, они очень похожи на ящики известного корейского производителя, не буду называть ее имя, но это китайцы. Эти ящики сделали Мифин. Почему я хочу рекомендовать эти ящики к ловле форели? Во-первых, у них есть наличие стаканы. Эти стаканы мягкие, резина. Они позволят совершенно спокойно и без травмы для спиннинга его там поставить. То есть этих стаканов в наличии 4 штуки, по 2 с каждой стороны. Во-вторых, ящик герметичен. Можете посмотреть. А, здесь же еще есть небольшой столик. Ящик снабжен столиком, встроенным туда. Сейчас мы его вынем. Ящик герметичен, туда можно налить воды, но я обычно использую его для хранения рыбы, когда еду с водоема. Благодаря этому у меня рыба по багажнику не болтается, а совершенно спокойно лежит в ящике, никого не трогает. Достал ящик, быстренько водой ополоснул, ничего не случилось. Третье. В этот ящик очень удобно по высоте банки вход и даже с запасом. То есть здесь карман глубокий, столик глубокий, и туда входят ящички, банки с запасом. Ну и также здесь можно разместить некоторое количество приманок, банок и всего остального. Вот такой удобный ящик. Силиконовая, нет, из мягкого пластика ручки. Смело могу рекомендовать его к покупке. Ящиков линейки 3 штуки, длиной 35, 40 и 45 сантиметров. Ящик комплектует широким ремнем через плечо. Крепление этого ремня намертво приварено к ящику. Не оторвешь. Сами прорезиненные. Ну, из того же материала, из того, что из стакана.